очень важный вопрос, это отводные каналы. Сегодня мы находимся в таком положении, когда в любой момент Анапа может поплыть, и весь Пионерский проспект, да? Отводные каналы не просто засыпаны, а засыпаны конкретно, и дороги там поделали по этим отводным каналам. В воде уходить некуда. Некуда. Сегодня она уходит в одном месте, только через речку Анапку. Все остальное никуда не уходит. Почему на них появились дороги? Почему они засыпаны? Почему в этих отводных каналах кто-то строит, там ФСки складывают? Не зря же их строили там 30, 40, 50 лет назад эти каналы. Люди знали, что в случае подъема там воды, паводков каких-то, эти каналы работают как уводящие воду. Их взяли, засыпали, теперь все. Малейший дождь, непогода, начинаем подплывать. Заниматься этим. Это приоритетное направление.